Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор из интернет-магазина «Любимый Василек». Вот такой вот мешочек, где много-много новиночек, очень много одежды, а также подушка. Оставлю вам отзыв на подушку, которую показывала в прошлом заказе, покажу, как она выглядит, и заказала еще другую, посмотрим и ее. Итак, поехали. Внутри мешочка у нас с вами находится еще один мешок, прозрачный уже. Сейчас я его достану, чтобы в кадре не шуршеть. И будем смотреть. Все раскрыла. Давайте по порядку. Я вам сначала покажу подушку с прошлого заказа, потому что многие из вас спрашивали у меня, как по качеству, какую лучше подушку брать и так далее. К сожалению, таких уже нет. На сайте разобрали их после моего заказа очень быстро. Поэтому ждем. Я тоже жду. Мы с вами ждем, потому что подушка на самом деле классная. Вот она. Я на ней сплю. Она до сих пор такая же большая, такая же плотная. Она действительно держит форму. Видите, возвращается быстро. Все с ней прекрасно. Она такая же толстенькая, пухленькая, как и была в самом начале. Поэтому, девчонки, подушка, конечно, огонь. Будем ждать с вами, пока появятся они на складе. А пока я решила заказать другую. А, может быть, она тоже окажется хорошей. Уже не в размере 50 на 50, а в размере, получается, 50, ой, 70 на 70. Та у меня 70 на 50, это 70 на 70. Вот так она пришла в пакетике. Сейчас я все вот это скотч обрежу и посмотрим с вами, что за подушка. Тоже не самый бюджетный сегмент, поэтому я надеюсь, она тоже будет хорошо держать форму. Это у нас с вами подушечка шелк. Еще скотч осталось. И стоит она 1061 рубль. То есть тоже не бюджетная, не бамбук вот эти, не верблюжи там шерсть или еще какие-то, да? А достаточно дорогая. И здесь у нас хлопок 60%, вискоза 40%. Это чехол. Наполнитель чехла шелковое волокно 50, полиэфирное волокно 50. Наполнитель внутренний, полиэфирное, микроволокно 100%. Сорт изделия первый. Давайте с вами откроем ее и посмотрим. Она такая достаточно тяжелая тоже и достаточно пухленькая. Смотрите, как будет держать форму. Но пока мне вот та нравится больше. Но посмотрим на это в использовании, тоже будет сваливаться или нет. Я вам в следующем обзоре заказа обязательно вот эту подушку покажу. А так нет, она плотненькая. И тоже форму возвращает. Но не так, как та вообще полный восторг. Видите? Она плотненькая, она такая тяжелая достаточно. И я надеюсь, она тоже не будет сваливаться, ну, сминаться в процессе использования. И на ней будет комфортно отдыхать. Такая хорошенькая, хорошо набита. Да? Классная подушечка. Отзыв вам свой обязательно потом расскажу. Так пока все нравится. Вот этикеточка. Тут смотрите, как здорово теперь все. Солидненько прям, да? Ладно, подушку будем испытывать, потом посмотрим. Поехали дальше. Смотрите, даже в коробочках теперь приходит у нас с вами одежда. Это трусики и майка, комплект для девочек. Mood Kids. Смотрите, как солидненько, тоже здорово. Прям Васильки какие-то крутые перемены. Слушайте, это прям бренд-бренд у нас теперь. 228 рублей стоит комплект. Я взяла ростовку 140 на 10 лет. Это домашний комплектик. Спать сейчас очень жарко. И дома в таком... Ой, как классно, слушайте. Смотрите, какие классные. Как обработаны. Здорово. Здесь вот такой вот котик. Класс. Так, и маечка. И вот такая маечка. У меня рост у Ксюши где-то 130 сейчас, но мы давно не мерились, последний раз, когда мерились, было 128, поэтому я делаю вывод, что сейчас где-то 130. И в Васильке хлопок, он садится, не в Васильке, а вообще хлопок, он садится при стирке, то есть дает усадку, поэтому имейте это в виду, я всегда беру больше и ребенку, и себе, и мужу. И вот такая вот маечка, как раз нам на 130, вот она пойдет, здорово, с котиком, мило, нравится? Так, поехали дальше. Заказала две наволочки в размере 50 на 70, потому что их у меня катастрофически не хватает. Комплекты в основном беру там наволочки 70 на 70, поэтому заказала две. Там бесконечный выбор расцветок наволочек, и они стоят копейки. И материал вы можете выбрать какую угодно расцветку, подобрать к своему комплекту. Вообще просто класс. Так, наволочки, наволочки на другой странице. А, нет, у меня здесь одна страница. Сейчас, девочки, мы найдем с вами наволочки. Две штуки, 129 одна. Вот такие вот называются перья. Очень красивая расцветочка, мне понравилась. Сейчас с вами откроем и посмотрим. На смену. Красота. Так. Так, здесь одна у меня, да? Одна, да, одна. Еще где-то, да, вторая наволочка, вот.
отдельно, они обе отдельно. Я взяла бязь, потому что я люблю бязевое больше белье, не люблю скользить на перкале или на сатине. Вот смотрите, какая расцветка, очень красивая. Это бязь, наверное, 125, хотя она достаточно плотная. Красивая расцветочка, мне понравились прям наволочки здоровские. Буду с удовольствием пользоваться. Так, дальше, кактусы. Это, по-моему, твое платье, малыш. Это у нас платье, хлопок 100%. Так, в размере 140 я тоже взяла кактусы. Вот такая вот милая расцветочка. И стоит у нас платье кактусы 490 рублей. Сейчас на лето щеголять, на море поедет. Тоже там щеголять. Хлопок 100%. Ну, возьмешь несколько платьев. Конечно. Тебе же нужно будет в Сочи по набережной гулять. Платье из василька подходит для этого как нельзя лучше. Ой, красивое. Слушайте, вот платьице, оно прям вот с запасом. Мы все померяем, вам, конечно, покажем. Оно такое приталенное. И здесь валан, и еще один валан пришит. Приятная такая летняя зелено-ментоловая расцветочка. Вообще супер. Вот такое вот платьишко с рукавчиком, потому что она обгорает. Нужно, чтобы был рукавчик. Сразу отлепляю этикеточку. И очень хорошо обработана горловина. И прошита, смотрите. Здорово. Все примерим, покажем. Так, поехали дальше. Дальше кокосы. А, это муслиновая пеленочка. Я взяла еще муслиновую пеленку для мелкой, потому что сейчас в жару муслиновые пеленки просто спасение. Вот хлопковые как-то не так, девчонки. Я кладу в коляску, в люльку муслиновую пеленочку, и жарко, сейчас же на улице все равно гуляем. И не так потеет, что ли, ребенок. Даже, я бы сказала, не потеет. А муслиновые пеленки, они самые дышащие, которые и тепло не отдают, не пропускают его. То есть даже если вечером уже прохладно, она у меня голенькая, то есть бодики, ножки голенькие, все, мы гуляем допоздна сейчас в жару и выходим поздно, да, то вот такой пеленочкой я ее накрываю, и все, ей тепло. То есть и тепло сохраняют они здорово, и в жару тоже хорошо работают. Вот такая муслиновая пеленка. Вторая мне будет на смену. Потом, скорее всего, еще закажу, потому что, ну, они реально самые крутые. Я еще думала, почему, но так по стоимости они с хлопками отличаются. Нет, действительно, разница огромная, я бы сказала, даже колоссальная. Так, пеленка у нас с вами муслин, 135 на 100, 237 рублей одна штука. Я раньше не знала, что такое муслин, если честно, с первым ребенком понятия не имела. Сейчас я для себя его открыла, и есть очень интересные расцветочки. Это вот она пополам сложена, да, на сайте «Любимый Василек». Кто не знает, что за ткань муслин, смотрите, какая интересная она. Ни на что не похожа. У нас даже платьице вот у Ксюши есть такое муслиновое на лето. Видите, какая ткань? Это у нас кокосики. Пеленка супер, отличненько. Так, дальше костюм. Пижама женская. Пуговка розовой звезды. Сейчас я вам скажу, сколько она стоит. Слушайте, не вижу. Платье, подушка, наволочка, пеленки, комплект для девочки. Кухонный набор? Не вижу, правда. Забыли в накладной, что ли, включить? Но я вам ссылку оставлю, если они еще есть на сайте. Вот такая вот пижама в размере 56. Я взяла уже 56, нормально мне по дому щеголять. Если раньше я брала 58-60, так когда беременная была. Сейчас просто красота. 56 как раз. Где-то на 4 размера больше я беру. А здесь у нас шортики. Вот такие. Прекрасные. Кстати, смотрела вчера буквально Алену Резван, а у нее такая же пижамка. Посмотрела, выглядит шикарно, не пожалела, что себе тоже заказала. Очень шикарно выглядит. С коричневым, розовый с коричневым, вообще всегда смотрится супер. Вот такой бантик классный. А шортики у нас немножко надрезаны как бы, да, по краям. Супер. Покажу, тоже все померяем. И вот такая маечка, маечка-рубашка. Маечка на бретельках и спереди на пуговках, девчонки. Она такая коротенькая, но вот сейчас на жару прям прелесть. Красиво очень это делаю, слушайте. На пуговках. Так, где? Я запуталась в ней, девчонки. А, вот. Вот пуговки. Оденется. Вот пуговки. Ты думаешь, на тебя оденется, да, хорошо? Думаешь, мне не пойдет, да? Мне 56 не пойдет, тебе пойдет. В общем, померим, покажем. Классно, очень красиво смотрится на модели. Эта пижама вообще достойная. Дальше у нас с вами набор кухонный. Вот такой вот взяла с двумя прихватками. Прихватки, полотенц кухонный всегда нужно. Это вафельное. А этот набор стоит всего 77 рублей, девчонки. Сейчас распечатаем, посмотрим. Здесь две прихватки и полотенчик. Вот полотенчик. Очень красивая такая сочная расцветочка, да, такое чаепитие с розами. И вот две прихваточки с петелечками, тоже очень красивые. А, тоже вафельные. И здесь внутри как будто такой тонкий поролончик. Классная красота. Комплект за 77 рублей, девчонки. Так, поехали дальше. Дальше новиночка. Это вот такое вот платье-туника.
Так. Сейчас я найду, сколько стоит. Платье с эффектным принтом хрусталь цвета хаки в 58 размере я взяла, 574 рубля. Так, сейчас откроем, посмотрим, что оно из себя представляет. Это новинка. Какое оно приятное. Я думала, оно немножко из другой будет ткани. А что это у нас? 100% хлопок. Очень приятное. Почему-то мне вот по картинке казалось, что оно из другой ткани. Смотрите. Вот такой вот принт спереди, он набивной, знаете, как такой вот слегка прорезиненный, что ли, на костюмчиках бывают надписи. И сзади у нас ничего нет. Сейчас этикеточку сразу сниму. Платье. Сзади просто цвета хаки. Вот такой цельнокройный рукавчик. Здесь пришита манжета, видите, горловина. Вот как обработана. Ну, красивая длина, слушай, с карманчиками она нет? По-моему, без карманчиков. Да. Вот такое вот. Чего можно? Попробуйте. Да, попробуй, конечно. Так, поехали дальше. Что это темненькое? А, это костюм. Наконец-то появился на сайте костюм, девчонки. Очень классный, красивый костюм, который, мне кажется, очень выигрышно будет смотреться абсолютно на любой фигуре. Он называется у нас с вами... Сейчас скажу. Костюм женский бриллиант. Он есть у них в черном цвете, в красном, и не помню еще в каком. И он одно время его разобрали, все разобрали, и его не было, но многие хотели. Я тоже очень хотела этот костюм. Я взяла в размере 56, тоже взяла поменьше, потому что здесь, мне кажется, он, кофта идет оверсайз, а штаны должны быть в обтяжку. Это у нас туника, кулирка, 100% хлопок, а леггинсы, это с леггинсами, да, здесь длинная кофточка, а леггинсы, кулирка с лайкрой, 95 хлопок, 5 лайкры. Костюмчик бомбезный, девчонки, стоит 810 рублей. Такая красота. Все новиночки можно увидеть только в Инстаграм. Я вам оставлю ссылочку на их Инстаграм и на сайт, и на каждую вещь, которая будет в наличии, потому что все разбирают быстро, и что на момент выхода видео будет в наличии, конечно, я вам ссылки все оставлю. Так, вот она, туника. Она вот так выглядит, она такая оверсайз, рукав 3/4. Простроченный. Я взяла в черном цвете. Очень тонкий хлопок. Даже сейчас, вечером, на лето, в этом костюме можно вполне выйти гулять на жару вечером, когда солнышко сядет. Он прям тоненький. Тоненький-тоненький такой. Видите, даже светит. Вот, поэтому хорошо, здорово. Сейчас будем рассекать. И здесь у нас разрезы еще по бокам на тунике. Вот она такая, видите? Разрезы достаточно длинные. И леггинсы. Леггинсы у нас с вами... с лампасами, правильно, как это называется, да, с беленькими, да, резинка прострочена, она пристрочена, она не внутри здесь, она вертеться не будет, ее, видите, по низу пристрочили, классно, и внизу, что у нас с вами, и внизу, вот они заужены к низу, тоже прострочка, без кармашков, вот такие вот леггинсы, все померим, все покажу. Так, и что у нас еще с вами осталось, еще у нас остался один домашний костюмчик. Так, называется он женский костюм ЖК-024, черный манго, 672 рубля. Вот такой костюмчик. Так, с шортиками, по-моему, тоже, да. Это 56 у меня? Да, 56, но он свободнее, нежели тот. Он прям такой большой, шортики здесь длинные. Они такие не шортики даже, а как бриджики, да? Смотрите, внизу пристрочена резинка с бриджиками. Тоже достаточно тонкий хлопок, немножко даже поплотнее, чем предыдущий костюм. Вот такие черные бриджики, просто черные, без кармашков, без всего. И очень красивая футболочка с манго. 56 размер. Вот этот костюм гораздо больше в 56 размере, нежели розовый. Смотрите. Вот даже сейчас будет примерка, вы это увидите. И здесь манго. Так, рукавчик пришит, достаточно длинный, все будет скрывать. Красота, футболочка свободненько расклешена к низу. Так, все, мы с вами достали, теперь приступаем к примерке. Первый лот, это у нас... Ой, маленькая смеется над тобой в кактусах. Первый лот, это у нас платье с кактусами, с кактусом и с клевером. Классное, свободное, здорово. Покружитесь, пожалуйста, дамочка. О, здорово, и задом повернись, пожалуйста. Вот, это ростовочка 140. Нам 8 лет будет в августе, и у нас рост 130. Вот, чтобы вы ориентировались, потому что вы часто мне задаете вопросы такие под видео. Очень красиво, правда? Свободненько, хорошо. Вот, замечательно. Ну, костюм, девчонки, вообще прелесть. Вот этот просто такой классный, такой приятный к телу. Кармашки. Сейчас покажу вам шортики. Вообще отличный. Вот сейчас на жару просто супер. Вот шортики, они такие... Не видно вам, достаточно длинные. Вот они. Вот кармашки.
И на пуговках 56 размер, как бы отлично. Сейчас черненький, значит, будет вообще свободно. Очень классный костюмчик, очень комфортный и красивый такой, освежающий, прям, не знаю, на жару. Мне кажется, спать в нем будет вообще изумительно. Вот она, туника. Рукавчик такой достаточно коротенький, свободненький, цельнокройный, да. И она к низу не сильно расклешается, больше такая в обтяжку, как платьице. Но красиво, красиво все равно достойно смотрится. Так. Вот, сейчас длину вам покажу. И сзади как бы обычная. Длина получается у меня чуть выше колена. Так, вот длина. Видите, чуть выше колена. Вот такой вот у платьицы фасончик. А так она очень приятная к телу. Не знаю, насколько гулять в такой туничке будет актуально. Для дома однозначно красиво. Костюмчик манго. В нем вообще, девчонки, в пир и в мир. Рукавчик длинный, все отлично. Можно на дачу в таком ходить смело. Длинные, высокие бриджики. Ой, у меня остался кусок от этикетки. Вот. И смотрите, длина их какова. Вот, они ниже колена. Да? Такие без кармашков, без всего. Такая свободненькая футболочка. И бриджики. Красота. Вырез комфортный, не под шею, прям вообще здорово костюм, прям очень красивый. Смотрите, футболка практически ниже попы у нас, вот докуда, да? Очень красивый костюмчик, вообще супер. В нем можно куда угодно, даже так пройтись куда-то. Ну, а так на дачу я бы таскала и дома. Да, можно напротив куда-нибудь в таком поехать. Тоже нормальненько. Так, что у нас лампа закачалась. Поехали дальше. Вот, собственно говоря, костюм бриллиант, да? I'm a brilliant. Смотрите, здесь свободный рукавчик вот такой. Три четверти, красиво. Да? Красиво. Тебе нравится? Красиво. Штанишки, леггинсы в обтяжку. Они тоже с высокой посадкой, девчонки, прям вот с высокой. Сейчас все вам покажу, отодвину вас подальше. Ой. Вот. И длина леггинсов, она достаточно длинная. Смотрите. Здесь разрез, то есть вот он от сих пор. То есть весь наш лампас, всю нашу красоту будет видно. Она вот так вот получается свободненькая, видите, да? Вот, достаточно длинная, то есть попу скрывает. И сейчас покажу вам еще получше этот костюмчик. Вот, смотрите, девчонки. Вот как выглядит костюм. Вот так, то есть штанишки в обтяжку, и внизу еще, видите, есть запас, то есть на большую ростовку подойдут. У меня рост 1,69 м. Ну, супер, я костюмчиком очень довольна, с учетом того, что он такой тоненький, прохладненький, вообще просто супер, девчонки. Так здорово странит именно эта модель, хотя, казалось бы, леггинсы, да, но за счет вот этой вот удлиненной кофточки смотрится очень достойно. Ну, вот и все, мои хорошие, вот такой заказ в этот раз у меня был в Васильке. Я всем безумно довольна, все такое классное, суперское, костюм вот этот просто. Пока-пока. Все костюмчики классные, да, пока-пока. Я обязательно все ссылочки полезные оставлю под видео в инфобоксе, проходите, знакомьтесь с ассортиментом. Василька каждую неделю практически новинки. А на подушку, на вот эту новую шелк тоже вам оставлю обязательно в ближайшее время отзыв. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Пока-пока.